тут болтаю. Ну, все, ну, пошла, все транса, пошла транса. Вон зеленая загорелась. Так, вот так получилось. Часть эфира мы пропустили, но ничего страшного. На самом деле Атлант в первой четверти выиграла, она ее достаточно. Я их до этого не видел. 23 номер для меня является сейчас пока загадкой. Кто это? Но в любом случае, как бы. Буккетс, здесь он тоже у них появился, не знаю, первую ли игру он проводит за них или нет. В общем, беги немножко. Ну да, такой беги немножечко. Баскетбол у нас в начале получается этой четверти, второй половины. От спартанцев, по крайней мере, точно. Забить было бы, конечно, досадно. Вот, кстати, у нас Панову два брата, и оказывается, Кисины тоже два брата. Спартанцы отличаются из-за дуги. Первый раз, по-моему, в этой встрече. Гальгудина пытается тоже трех ответить. Нет попадания. Дальний отскок. Забирая соперником. Вторую четверть подряд. Спартанцы действительно как спартанцы до последнего играют. Бачила на дугу отдает. Тулинов промахивается. Демченко. Да, после промаха партнеров забрал себе подбор. Ну а Демченко продолжает получение разворачивания. О, какая скидка! Да, Михаил Панов подбивает этот мяч сразу. Быстрый отрыв. Кирилл Панов забивает. А Золотцов подает эту передачу. В итоге не дают ему даже кольцо увидеть спартанцы. Максимально хорошо. Они, кстати, это в принципе у них очень здорово получается. Стравится там краски. Один балл больше как заработать, минимум, а практически такая же. Демченко. Один балл больше может заработать, а дистанция практически такая же. Демченко. Через руку прям подобрал. Кулинов. Михайлов в посте. Там очень на ногах. Здорово. Заводцов. Но да. 15 очков. Была и концовку отгружает он. 15 очков. Вот так вот. Концовку третий проигрывают. Спартанцы сейчас достаточно неприятно. Пошло да, Кисин Матвей вернул тем временем у спартанцев. Пошло движение. Кисин на дуге получил мяч, но бросать не стал. Хороший перевод. Ответить, но не дальний отскок. Свирин тоже решает трехой ответить, но не дальний отскок. Забирает себе спартанцы. Спартанцев, к сожалению, но не всегда вся остальная команда его поддержит в этой истории. Не всегда вся остальная команда его поддержит в этой истории. Вот так опять у нас все. Был рывок от Атланты, теперь рывок от спартанцев. Позволяли будет тут высматривать варианты. Отлично, раскидали. Бачила опять свободный. И наказывает. Бачила, конечно, парень. Еще наградить соперник. Бачила две подряд. Нет, не будет две подряд трехи. Спартанцев попытка быстрой атаки. Упал у них темп. Пошло. Спартанцев попытка. Чайник закипел. Все, друзья. Поехали. Четвертая четверть. Все на площадке. И те, и другие. Ну и спартанцы. Конечно, стараться забить. Свирин. Здорово. Пасе развернулся. Казалось бы, было преимущество над Исиным Матвеем. Но нет, не заходит мяч Заводцов. Там всех развертки. Сейчас добивает важные трешки. Остается у нас всего лишь 4 очка разницы. Поднял Демченко. И Исин. Какие-то качели. И по четвертям качели. Начало. Оставляют пока спартанцы за собой, пытается Атланта двигать мяч так, чтобы Кирилла, ну и Гальгудинов потащил мяч в атаку, смотрим, что придумает Атланта. Атланте нужно сейчас забивать, слишком большой рывок они упустили. Звук задвоен, пишут. Ну я не знаю, как бы. Друзья, просто под руку Заводцову, тут накрывает средний бросок. И Кузнецов от... Да, не получилось смягчить бросок, но тем не менее остается мяч за спартан. Заводцов. Штрафной Тулинов. Сегодня парни
за штрафной в четвертой четверти, вот второй матч подряд очень уверенно пробивают. Ну, как минимум, три эпизода точно было, и это может, конечно, в концовке сильно сказаться. Галивудинов, ой-ой-ой, как здорово! Передача, тачдаун, тачдаун не прошла, минута 50, еще играть прилично времени, а здесь неплохое сейчас возврат. И на скорости не справляется Галивудинов с этим вариантом. Матвей Кизин! И сейчас прям самый важный штрафной. Скорее всего, если забьет, то это будет 4 очка. И как-то не верит, что отбивает он первый. Да, ну и в итоге у нас все дальше и дальше. Опять спартанцы уходят. И все.